Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юлия Мишка. Всем привет. Ребят, вернулись в игрушку под названием... Рёки? Да. Вспомним, куда нам нужно идти. Да, попытаемся. Прошли мы мимо этих, как его, клюковатых мужчин. Да-да-да. Так, жутких. Вроде мы еще не трогали этот сундук. И попробуем применить грубую силу. Сейчас опять бы не вырвался. Какой-то странный восьмиугольный камень. На нем нарисован какой-то символ. Шутки про пиццу будут по поводу восьмиугольного камня. Так, а куда уж их надо было нести? Почти в самом начале. Так, вот еще дверь есть. И щит есть. Интересно, там что-нибудь есть? Сейчас двинем. Нет, здесь только плющ. Слушай, а если... Сюда, да, надо переместить. Вот, видишь, какой-то символ. Это странная плитка с рисунком. Не так-то просто ее достать. Но, я знаю. Но должно получиться. А, достала так. Есть! Только для чего она? Сейчас проверим так, вообще, как она выглядит. И дверь. Мне вот интересно, на самом деле. Интересно, куда она ведет? Есть только один способ узнать. Ну, логично, тут и не поспоришь. Гениально! Фух. Мы... сокращеночка. Она ведет вниз. Вот как раз здесь, по-моему, справа находится вот этот завиток, куда все вставить. Но я хочу посмотреть, что еще слева. Мы туда не заходили. И зайди, загляни в этот инвентарь. Что нам дали вот еще за вот листочек-то, камень с листочком? Видишь, это что-то другое. Я не знаю, что это такое даже. Да, ну, это просто абсолютно... чтобы знать, как выглядит. Вдруг увидим куда. Хорошо, ладно. Мы еще вот здесь абсолютно не были. Опять здесь эти клетки дурацкие. Тут есть какое-то странное круглое отверстие. Может, это замок? Попробуем так. Не хочу этого делать. Дальше что можно еще попробовать? Что может круглое у нас? Лопата. Ну, вряд ли вот эти сюда встанут. Ну, нет. Молоток, лопата, я не знаю, ну, что. Ну, мне кажется, все что угодно сюда не подойдет. Так. Короче. И мы здесь, получается, не можем пройти? Да, как бы тупик. Мне кажется, нужно спуститься как раз туда. Давай попробуем. Отправиться, как вот, вставлять эти штуки, и, может быть, там сработает. А мы там не посмотрели этой нашей девчонкой, вдруг она бы что-то увидела. Думаешь? Так мы можем это в любой момент, она же там осталась сейчас. А-а-а. Мы сейчас пока пойдем к этой лопасти. Ну, давай. Чекнем попробуем. Ее, вот она, вот, здесь, да, эти сюда, часы. И вот как раз не хватает, но нам еще много не хватает. Так. Нет, нам еще одной не хватает, Миша. А, да. По форме подходит. По форме, но не по содержанию. Единственное, только еще определить, ну, какой именно куда, конкретно, что? Да. А вот это как? Тут еще, я помню, загадка была, что-то на востоке, а там вот почитать бла-бла-бла. Можно, мне кажется, будет. В заметках, скорее всего, должна быть. Что-то вынули. Где у нас что еще могло быть? Если честно, я просто забыл. Мы вот здесь сверху были, нет? Что встать туда и залезть. Честно? А вот это что такое лежит? Что-то уж я... По-моему, записка, что здесь кто-то был в экспедиции. Ну все. Поэтому все это мы видели. Так, давай проверим, действительно, как его... Туве? Как там? Да. Я уже имена чуть не запарил. Так. А вот нам сюда. Почему сюда? А здесь? А, да. Сюда мы вниз спустимся. Ну, что-то ничего нет, не наблюдается. Все просто заморожено. Круглый ключ. Но и пройти мы нигде не можем. То есть нам остается лишь, наверное, спуститься. Я что-то, если честно, забыл. В колодце были, нет? В колодце мы точно были. Дверь папа? Открыта. Интересно, это папа? Ну так естественно. Все до сих пор никак. Здорово, не решат, черти. Кто-кто. Они все так и тусят здесь. Да, куда они денутся? Они здесь навечно. Надо бы припомнить, что у нас, да куда. Круто, ему повезло, что он не видит. Всего ужаса. Да. Мы вот тут были. Я не помню. Сейчас посмотрим вообще везде. Так, вот попробуем таким образом. Не знаю, заберется она, нет? Нет. Слушай, что-то там есть. Там что-то есть. Я могу достать. Надеюсь, это не в дневник. Это странная плитка с рисунком. Так, я понимаю. Вот. Они-то где? Что-то вот, если честно, уже не припомню, куда эти-то плитки вставляются.
Не может же они здесь быть, правильно? Ну, нет, 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 здесь видишь именно такие, как круглые. Побегать, вспомнить вообще, что у нас тут было. Итак, немного побегали, вспомнили карту. Это уже это было давно и неправда. Попробуем. Новенькой лопатой. Так, земля промерзла и стала твердой, как камень. Но есть вариант попробовать бати, подкопаться туда и попасть. Мы потому что в одной части еще карты не были здесь. Да, реально, лопата сработала. А еще спасибо за комментарий по поводу книжки. Можно вставить в ту полку, где не хватало. Лопата уперлась в камень, дальше не прокопать. И че? Никаких подсказок или сокровищ. Она может пролезть, скорее всего. Внезапно яма. О, эта ямка вырыта совсем недавно. Да ты что? Спасибо, папа. Теперь она догадалась, кто помогает все это время. А это так. Мишка и Юля. Да, вот, в этой локации... это было непросто. В этой локации мы как раз и не были. Да-да-да, сюда, потому что нельзя было попасть. Сейчас мы, может, проход откроем? Эй, папа, я открою тебе ворота, хорошо? Кажется, мне нужна твоя помощь. Типа с той стороны, что ли, тоже нажать? А, или помощь то, что я тебя впущу и... Да-да-да-да-да, была вера. Всё. Я уже вижу, кстати, как бать можно использовать. Отлично, путь свободен. Звучит. Так, вон еще вижу какой-то колышек, как будто валяется. Да. Нужно взять. Что это? Вот. Похоже, это старый настенный факел. Пригодится. Видимо, кто-то пытался пройти здесь в темноте. Интересно, чем это закончилось? Так, вызываем батю. Пусть проходит. У нас еще вот... Книжки только меня прям так интересуют, я уж просто загляну. Тут закрыто, никак. Ты щеколда. Возможно, мы вот если здесь исследуем, то откроем проход. Блин, это немножко в другом месте. Ну да ладно, нам все равно мы наткнемся. Нужно будет возвращаться так и так. Так, мы можем, во-первых, смотри, и вниз. У нас кнопочка есть, вон шестеренка еще одна. Тут вообще много предметов. Вон, кстати, спуститься. Сейчас я посмотрю, что здесь вообще в целом есть. Кирпичи и записок, здесь просто том. О, опять брошенное снаряжение экспедиции. Тут записка. Мы похоронили Ханси. Он всегда был так осторожен, что могло случиться. Нам будет очень его не хватать, но он знал, на что идет. Покойся с миром, друг мой. Ханси? Какое-то знакомое имя. Кажется, я слышала рассказы об этой экспедиции в детстве. Все странно и странно становится. Уф! Камень, тяжеловат, но возьму на всякий случай. А как он выглядит, Миш, камень? Юль, есть такая камень. Вещь, как бы, да. А, мы использовали такой же уже. Так. Нравится мне идти. Вот можно, видать, спуститься еще. Он-то явно не спустится, правильно? Да, это понятно, да. Мы так, уже что поняли, что в молодости это был крут. Часть механизма от старых шлюзовых ворот. Все проржавело. Кажется, тут чего-то не хватает. Так, вот здесь... Мне кажется, нужно будет ей сейчас спуститься. Вот здесь еще, правда, хочется посмотреть. Да, здесь и еще один кирпич. И шестеренку получить. Солидный булыжник. Может пригодиться. Еще здесь дырочка. Так. Старые... Ну, это... да. Видимо, так во двор поднимали припасы. Мы интересно. Поднимем тубы. Так, и давай попробуем, каким образом. Сначала, наверное, ей нужно. Да. Сейчас. Залезть, а потом батя нас так шпорит. Эй, все. Ага, вот, все верно. Сейчас дотянемся. Во. Жесть, высоко. Слишком высоко. Не достать. О, булыжники. Надо положить сюда булыжники, батя сможет достать. А, батя сможет достать? Да. Давай попробуем. Так, этот камень сюда. И второй, и наверное, еще да. Еще один, да. Хорошее место для камня. Ну, давай попробуем. Может, все-таки ей придется? А, нет, видишь? Ты права, он выше все-таки. Работает. Я как раз дотягиваюсь. Интересно. Есть. Ого, какая-то древняя шестеренка. Мне вот хороший вопрос. Кирпичи-то обратно? Навряд ли это... Тува, ты здесь? Я ничего не нажал на нее.
Я просто сейчас нужно отвезти ее. Ну давай попробуем с собой, может быть, взять эти кирпичи, если они берутся. Походу все, все, они уже в один объект. Ну, ладно. Так, ну нам очевидно нужно спускаться. Помню, а вон, вы... кстати, чертил висит. Причем не интересно. Так. У нее прям примерзло. Не поддается, все смерзлось. И тут вообще перекрыто у нее. Тут не пройти. Но зато можно вот здесь спуститься. Так, может, я смогу спуститься здесь? Но выступы заканчиваются на полпути. И... кажется, тут... А, все. Кажется, я это уже читала. Да. И как? Она видит, она видит! Слушай. Нам надо сюда, батей. Что, шестеренка? Да. Погодите. Надо поставить сюда шестеренку. Вот, а теперь можно батику там, скорее всего. Он сказал, что все проржавело. Но погоди. Сейчас, может, хоть что-то сдвинется. Ну-ка, попробуем. Механизм не работает. Он совсем проржавел. А мы, по-моему, смазывали этой штукой. Да, нет? Тоже как вариант. Блин, не сюда, вот сюда. Сработало. Надо смазать эту ржавую шестеренку. Теперь крути. Идеально. Кстати, если весь механизм не работает, то шестеренку здесь мало, по-моему. О! Работает. Вода набирается. Блин, здесь же холодно. Похоже, когда ворота подняты, она идет по этому каналу. Что изменилось, интересно? Хороший вопрос. Старый шлюзовый так, да-да-да-да-да. Хм, а может, да, давай она... да, на девчонку что-нибудь приключимся? Изменилось что-нибудь или нет? Так. Так, где-то снизу, что ли, смотреть, что произошло. Что она скажет по поводу этого? Это я возьму. Зачем? Может, еще где-то пригодится смазанная шестеренка? На той стороне? Да-да-да, кстати, было одно местечко. Стой, погоди. Хороший вопрос. Здесь еще. А это что даст? Сейчас узнаем. Возможно, цепь как-то вниз опустится или наоборот что-то поднимется. А, это воду мы... Ага, это уже к цепи чисто вопрос. Чтобы она на полпути поднялась как раз на эту платформу. Так, о, ворота двигаются. Что, какие-то главные ворота еще? Шлюз закрыт. И? Может, теперь, чтобы вода не уходила, забулькать? Попробуем. С закрытым шлюзом. Да-да-да-да-да, уровень поднимется. Попробуем. Так. Крутанем немножечко. Какая универсальная шестеренка. Да, вообще хорош. Поехали. О, да. Вот, идеально. Теперь ей можно спускаться. А, работает, вода набирается. Yes. Получилось. Теперь ты сможешь попасть в тот туннель. В этом месте определенно есть какая-то странная магия. Но я знаю, что ты со мной. Скоро мы снова станем семьей. Настоящей семьей. Хорошо. Теперь спускаемся. Она следит, да знаем мы уже. У тебя получилось, путь открыт. Здорово, папа. Все. И здесь-то у нас наконец-то сдвиг пошел. Не... Так. А куда нам? Вот сюда, понятно. Ну, можно было и там, наверное, батя, проверить. На самом деле, мог бы спрыгнуть тупо вниз, и все, вот и пойти обратно тоже. Как? Кто крутить-то будет Ого, обратно? Ого, тут так темно. Факел. Я ничего не вижу. Ну, она не пойдет, наверное, без факела. Огня-то нету. Так, я вижу топор, как будто. Да. Вон, кстати, вон табличка. Еще, да, табличка. Из этих табличек выше крыши. Интересно, так в полу торчит старый топор. Здесь был бой. Здесь был дровосек. Сюда. Возможно, нам сюда еще надо будет вернуться. Ну, мы проверим. Там, потому что видно было в полу какое-то отверстие. Мне кажется, это просто яма. Может, там более. Если бы мы подсветили, там был бы какой-то спуск. О, еще одна книга. Вот книги нам точно понадобятся. Древняя книга. Ну-ка. Смотри, она вот как раз как с гербами. Еще должен быть... На одной птичка изображена, на другой что-то непонятно. Не сюда. Блин, а куда же теперь нам тогда идти-то? Походу, вот мы, Миш, здесь взяли. Стой. Так, старое рваное знамя.
Здесь вышиты олень и знак солнца. Три палки. Слушай, а надо запомнить, вот куда сучки там или нет? Здесь вышиты. Вверх сучки и сверху солнце, не знаю, что это. Ну, постараемся, конечно, запомнить, но... Ну, мало ли, вдруг куда-то пригодится. Но тут такое чувство, загадки. Что вот что было, надо было эти камни не вставлять с собой, держать их на самом деле. Ну да ладно. Вот интересно, блин, а он спуститься не может. Он не может, он не может спуститься. А вот если шлюзы еще раз спустить, у меня интересный вопрос, ниже-то она опустится на какой-то уровень или нет? Надо бы попробовать будет. Блин, вечно я в этих дверях. Кстати, интересная теория. Но сейчас сначала вправо попробуем войти, если есть какой-то проход. Если нет, то попробуем с шлюзами пошуршать. Нет, Миш, походу нет. Давайте попробуем. Просто очень интересно в этом плане. Так, так надо это у нас что? Убрать. Зачем? Вот погоди. Это... Это воду, здесь как бы, напор воды. Так вот я и хотел воду... А, шлюз... А он все уже... Шестеренка, типа, дать. Да. Ну, и там ее нет, соответственно. Ну, всё, а как ей вылезти-то? А. Так она-то вылезти может по вот этим кирпичам. Что у нас добавилось? Книга. Книга. И новые вопросы. Куда идти дальше? Угу. И туда попасть нельзя. Можно ли было ту дверь открыть? Я вот ускакал, поторопился. Ну, а как я ее... Топор появился. Да, кстати, ты сможешь разрубить вот здесь эти, как их, заросли, бати. Точно, Юль. Ты хорошо, что ты сейчас бы ушли и был бы... Ну, наверное. Проверим. Твоя правда? Хорошо, что у меня есть топор. Появился, надо. Понятно. Получай. Это дверка новая. Интересно, куда она ведет? Блин, конечно, этот замок. Кажется, догадываюсь, куда она ведет. Куда? Сюда. Да, да, да. А как ей пробраться? Ключ. Еще что-то нашел. Так. О, старый рыболовный крючок. Блин, а он тут для чего? Не знаю. Ключ. Может быть, он откроет дверь наверх? Аккуратно. Ай. Ну точно, я тебе говорю, туда вниз. Нет, он выскользнул и провалился в половицу. И что мне теперь делать? Я не могу довести Туве. Думай, Хенрик, думай. А, да. Довести. Так, половицу, ты можешь что-то с ней сделать? Нет, эта доска не закреплена. Свет есть. Да-да-да-да-да-да-да. Почалили, придется спуститься опять. Снова. Опять? Ну, ничего страшного. Угу. Так, ну сейчас мы, значит, все просто... Видишь, я говорю то, что туда будем спускаться, только я не знал, что туда ключ свалится. Для чего, типа? Ну ладно. Явно не просто так. Угу. Странно, что если она раньше рыскала по этой комнате, что ей мешало спуститься. Да, видишь? Свет, отлично, папа. Похоже, это старый пересохший колодец. Я вижу на дне ключ. Как он туда попал? Может, он там лежал, откуда же ты знаешь-то? Так, а как спуститься-то сюда? Крючок есть. А как, вот веревочки нету. Наверное, не помешала бы какая-нибудь веревочка. Как я вот его? Да, слушай, ты бы его как бы подтянул к себе. Ладно, сиди Туве там в темноте. Да, ничего не поделаешь. Может, попробовать что-то другое? Пум! Свет выключился. Вот мы можем? Ой, еще одна... Посмотрим, что там. Может быть, что-то здесь есть. Смотри, да, какой-то кругляшок. Как раз, леска вот как и будто. Свет. Спасибо, папа. Да, рыболовная снасть, скорее всего. Ничего себе, нам рассказывали в школе о таких пряслах. Добавлю это в свою коллекцию. Да ё-моё, я уже обрадовалась. Ясно. Очень а жаль. Больше ничего нет, да? Походу нет. Надо еще раз. Странно. А давай, по нашему... Сейчас, погоди, у нас, во-первых, еще вот эта дверь. И ключ. А, ключ-то там уже внизу забыл. Тут нельзя еще какие-то вот половицы поднять, нет? Есть. Вот еще что-то. Так, то бы позабавило выражение морды этой сушеной рыбины. Положу это в дневник, в у него чей? Тоже есть дневник. Странно. Её. Так, давай попробуем. Что там внизу?
Может, так. Вдруг что-то найдется еще. Ну, соответственно, должен найтись, как мне кажется. Да, как будто. Так, вот и свет. Спасибо, папа. Угу. Старое барахло. От него никакого толка. Так. Да ё-моё. Так, ладно. Может, это еще есть? Вон там свет. Да, 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 да. У меня тоже такое предположение. Весь пол, по сути дела. Да мог бы разобрать, то бы и всё. Наверное, чё. Так, спасибо. О, старый сундук. Ого. Моток бечевки. Еще крепкая. То, что нам отлично. Нужно. Отлично. Даже, кстати, для дневника кое-что нашли. Теперь у меня есть бечевка с крючком. Пойдем доставать. Так, только ну, надо значит, подсветить. Угу. Тоже так думаю. Еле нашли. Да, это точно. Повезло. Я еще, если честно, побоялась, как бы вдруг мы где-то еще в других местах что-то да, типа, не нашли. Бежать, конечно, неохота было. Ну ладно. Я не могу. Не могу его зацепить. Я не могу достать ключ. Он на самом дне колодца. Ты что, может, с другой стороны, Миш, попробовать? Что-то такой звук был, как будто я что-то. Так. Похоже, да, пересохший колодец. Типа камера опустилась и. Ну давай. Не может зацепить. Слушай, а может нам соединить с копьем? Точно. Да. Ну и все, отлично. Сейчас рыбачить будем. Попробуем задействовать удочку. Угу. Она вообще с другой стороны решила встать. Нет. Еще чуть-чуть. Есть! Есть! Все, ключ у нас так втянулся, как спагетти. Да. Так, ну все. Можно закрывать. Опускаем. Прощай. Бум. Да-да-да-да-да. Так, у нас теперь есть... Ого, ключ. Какой-то такой. Интересный, да. О, ключ. Ключ. Кажется, ты опять спасла меня, Туве. Интересно, а подойдет ли ключ? Да. Получилось. Посмотрим, что внутри. Есть только один способ это выяснить, надо было сказать. Зайти. Тык-тык-тык. Сюда можно вставить факел. Давай вставим, конечно, что только даст это. А может этот? Да, еще есть. А вон еще, кстати, место, куда нам еще один факел будет ставить. Вау. Похоже, тут есть какой-то тайный механизм. Факелы поворачиваются. Посмотрим. Тут две царапки снизу. Так, встал на место. Я слышал щелчок. И вот этот. Но тут-то ничего нет. Нужен еще один такой же факел. А ну сюда кирпич. А, ты сейчас стой. Не пройти. Так, а вот здесь где-нибудь ничего нету? Ну вот еще факел. Стой, Миш, вот. Кажется, эта плита шатается. А, кстати, можно было утопить стик. И посмотреть. Все, вот все. Последняя деталька. Какой странный восьмиугольный камень. Я никогда не встречал таких ранее. Здесь три царапки, кстати. Так, была не была. У них это семейное, я смотрю. Что-то не то. Надо в какой-то... Ну, надо тот сначала. У нас его нету. Здесь не пройти. Но получается, скорее всего, камбэкаться в самое начало. Да, то есть мы сюда интересно, пришли вдвоем ради... камбэкаться. Сюда можно вставить факел. Ну да, мы уже поняли. Блин, ничего себе. Бэктрекинг тут сейчас намечается. Да уж. Цветок-то не достали этот. А реально, как вот сюда попасть? А, дверь открылась. Блин. И... Это надо, чтобы дальше... Как вот через эту ледяную штуку пройти? Ладно. А мы можем как-то еще две эту воду наполнить, да чтобы... мы уже не можем рычаг трогать. Да. Мы можем только теперь идти к той двери. Ну, во-первых, вот здесь что-нибудь есть еще? Но здесь больше ничего нет. Идем. А, где вот эти символы? Загадка, да. И еще книжки, книжки. Я вот забыл, где они. К сожалению. По-моему, они все-таки надо Туве, наверное, брать. Туве. И забираться. Ну, просто у нас две книги. Че они просто будут сейчас валяться? Просто так, что ли? Мы хотя бы их вставим. Странно, Миша, вот точно здесь нельзя никак пройти? Точно нельзя. Учитывая, что здесь подморожено все, Юль. Блин, ну как
как это сделать? Я не понимаю. Ладно, не переживай. Сейчас мы сначала... Здесь как будто трещина какая-то. Копье у нас осталось. Мало ли. Так, хлипкое. Чего? Не буду. Всё. Типа копье хлипкое. Короче, чем-то здесь можно размозжить. И дверь причем сразу же открыта. Так вот, я про это как бы и говорю. Погоди. Я думаю, мы разберемся с этим вопросом. Сейчас мне хочется найти два места. Это где книга? Книги. По-моему, они были здесь. Где-то наверху, да. Может быть, да, я, конечно, ошибаюсь, но нужно чекнуть. Просто, когда мы проверяли всю локацию, здесь мы еще да, сюда не проверяли. Заглядывали. Где-то, да, было сверху, я еще помню, вот такие комнатки. Вот, наверное, здесь, справа. Сейчас мы это проверим. Как раз это выход на главную цепочку. Да, точно. Да. И вот сейчас мы попробуем вставить. И вон, кстати, еще один символ, между прочим. Видишь, только у нас одной книги еще не хватает. Ну, может быть... Так, может, вот эту? А, так, нужно правильно вставить. Стой. Какую ты пробовал? Помнишь, мы как-то читали? Миграционные пути драконов, форма облаков, северное сияние. Так. С чем это может? Птица, нет. Давай вторую полку почитаем. А почему среднюю не читаем? Так. Рудники. Великие рудники, корни и их применение, похоронный обряд народа троллей. Может быть, сюда дерево? Да, корни. Давай попробуем. Может, эту книгу сюда? Ну, видать, да, все равно нужно третью. Но это не факт. Не достать. Ну, ладно, остается только здесь, попробуем. Такс. Но ничего не произошло. Да, но у нас в любом случае не хватает еще одной. Ну нет, они как бы слишком вот эти книги высоко поставились на место. И, кстати, думаешь, вон видно еще, Миш, одну. Да, вот да, эту да, вот. Но он примерз. А слушай, батя у нас сюда не может, да, зайти? Да, потому что только забраться можно. Ладно, пойдем к кнопкам. Если что, потом туда спустимся, если не сработает. Да. Так... Здесь, конечно, непростое занятие будет. У нас все они есть. Да, только надо еще вспомнить... Как вставить надо. Да. Но я сейчас рандом, мало ли, вдруг повезет. Так, встал. Так, все четыре камня на месте, но ничего не случилось. Может, они не на своих местах? Скорее всего. Какой здесь может быть... Там загадка была, может, у нас записано в дневнике. Сюда не подходит. Прям давай нам я сейчас говорили, заберу все отсюда. Что-то там восходит, на восходе, что-то на западе, там бла-бла-бла. Вот смотри, ладно, хорошо. Надо рисунки посмотреть, будет в инвентаре еще. А написано было раньше вот здесь. Вот. Так, есть надпись. Солнце встает на востоке и заходит на запад. Логично. Волчица начинает погоню за солнцем на рассвете и бежит за ним до самого заката. На рассвете до самого заката. То есть она на рассвете, у нее здесь направление есть. Бежит она на запад, получается. С востока на запад. Да. Ага. А солнце... Лишь в солнце... сумерках она может вернуться в свое логово. В сумерках. У нас... Вот так нифига себе. Вот эти, что они обозначают? Звезды. Так. Ну, может, вот сюда вот это... Это как солнце, типа, да? Да. Это стрелка, это вот в какую сторону? Вот сюда, надо? давай налево. Ой, точнее, это где у нас восток? У нас восток справа, да. Так, значит, вот сюда, наверное. Давай попробуем. Такс. А тут противоположно, думаешь? Ну... Слушай, как раз, наверное, так. И где-то посередине полудень будет, типа вот этот... является полуднем. Да. А только вот где он, вопрос? Ну, сейчас проверим. Стой, если восток... Ну, давай вниз попробуем. Хорошо. Если что, сейчас переместим. Да, попробуем покомбинировать. Ой. Точнее, слушай. Погоди. Восток на запад. Но ничего не случилось. Так, так, давай попробуем поменять сначала вот эти. Либо потом еще вон те поменяем, если
Ну, вообще, если мы правильно мыслим. Да все правильно. Так, получается, сюда... это сверху. Да, 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 да. Ну, можно было вниз звездочку вставить. Ну да. Ну ладно. Тут не так много вариаций. Так, значит, неправильно. Ну давай попробуем эти поменять теперь местами. Она смотрит прям. Слушай, она начинает, ну как бы. Ага, все. Типа вот так, что ли? Да, 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 давай. Как бы по рисунку логично, конечно, вот так. Ну, я тоже так думаю. Все прям сходится. Это ну, всё, сверху. Мне кажется, сейчас сработает. Да. Воу. Часы, они двигаются. Ну, логично. Я так и думал с самого начала, но надо было проверить. Да я сказала сначала сюда, а потом что-то перемудрили. Ну, ладно. Самое главное получилось. Хм, кажется, у меня... Ха. Кажется, у нас что-то получается. Вау. Кажется, это старая солнечная модель. Ага. Хм, на модели солнца есть кнопка. Она сейчас вот сюда встанет. Мешает. Так, я понял, здесь нужно вдвоем. То ли у меня руки слишком замерзли, то ли пальцы слишком да. толстые. Надо, короче, за тувы гнаться. Стой, а вот здесь что? Это на цепочку к воротам. Ага. Стоп. Настоящая пиратская повязка на глаз. Добавлю это в свою коллекцию. Ладно, это в принципе не страшно, то есть неважный объект. В том смысле, что не перевернул весь мир наш. Так, а где? А, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Все, спускаемся. Сейчас, получается, он будет кнопку нажимать, а она отодвигает штуки. Выдвигать камушки, да. Блин, я думал, сейчас одному можно будет спокойненько. Но нет. Анна, нет. Ладно. Куда и, скорее всего, сейчас... Может, тут эти... А, нет, не эти ворота откроются. Я даже не знаю, что там. Либо подземелье какое-то было. Хороший вопрос. Ладно, что угадать. Кстати, тут тусят, блин. Туса, туса, туса. Вообще. Сегодня мы на тусе. Вон еще один, да. Так, ладно, готовимся. Может, сразу думаешь? Отодвинуть, нет? Нормально. Ну-ка, их, как они? Или по очереди придется? Слишком тяжело. А это он должен. А мы можем? Как думаешь, надо подготавливать? Ну, наверное. Давай попробуем. То есть, видишь, ты как бы это... Блин, сейчас стартану, а он... Я понял. Ну ладно, это... А, мы можем запереть таким образом, чтобы он обратно не сдвинулся. Скорее всего, нужно будет, пока он идет, Юль, менять, а не запирать. Ну, сейчас поймешь. Я поняла, но я к тому, что, если что, это такая, знаешь, типа подстраховка. Да я думал, просто обратно шарахнет, и кнопки отъедут. Так, все, отодвигаем быстрее. Теперь на батю. Супер Тима. Так, беги, Туба, беги! Пока успеваем. Ну все. Все. Получалось! До финала. Вон, и видишь, она возвращается в темень, типа в звезду. Да, 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 да. Так. А далее? У нас получилось. Они открываются. Ну точно. Подземелье. Ого, секретная лестница. Туве. У нас получилось, Туве. Дашь? Думаешь, этот путь приведет нас к Ларсу? Мне кажется, сейчас это что? Она не до конца открыта. Не я пролезу. Тут не пролезу. Понятно. Хорошо, Туве. Что у нас есть Туве. Туве, не ходи одна. Может, мы найдем другой путь? Туве, пожалуйста, будь осторожна. Да, так она тебя и послушала. Точнее, так мы тебя и послушали. Мне кажется, сейчас как раз здесь будет факел, книга, угу. Все остальное. Мы, как говорится, уже столько прошли да в уж. Одиночку. Нас не испугать. О, олень. А волк. Вот здесь нету, да, ничего? Нет? Стой, ну я могу нажать кнопку, у меня всегда это... Опа. О, так, ничего себе, этот камень просто сияет. Положу в дневник. Пипец, мы накопили предметов уже. Но все равно, прикинь, прилично, тут до но всего... тут еще больше, да, есть. Если так посмотреть... Блин, ладно, пофиг, не буду. Так. Мы к этому... Я понял, где мы. Подземелье, ага. Так, интересно, кем ты был? Кольцо.
Вдруг когда-то ты был человеком. Мне жаль, что с тобой такое случилось. А колечко-то я заберу. Ты не будешь против, если я заберу твое кольцо? Я буду аккуратно с ним обращаться. Гениально, труп он тебе не ответит. И? Что? Для чего? Что с этим кольцом? Так, у него значок какой-то, скорее всего... Треугольник. Куда-то его надо втыкнуть. И все. И все. Очень странно. Ради этого... Мне вот вообще ничего не открыло. Кольцо. Кольцо, конечно, может быть как часть замка к этому. Ну, вот к этим главным воротам. Там круглое что-то нужно вставить. С другой стороны, тоже какая-то странная история. Ключ, да, какой-то, слушай. Мало ли. Очень странно. Вообще ничего не дало практически. Может, что-то еще изменилось помимо этого? Или мы что-то не заметили? Странно. Я прям... Вот здесь еще как будто что-то... Что-нибудь в дневнике она написала. Так. Оказались непростым. Проход в тайный туннель. Кольцо. Уверен, оно мне пригодится. Блин, да это понятно. Это какая страна? 29-я. Знаешь что? Давай попробуем. Батя, не может кирпичи вот эти перетащить? Сейчас попробуем. Дверной проем обрушился. Так, что тут случилось? Да нет, мне кажется, ничего. Тут вот колечко зачем? Надо еще побегать, подумать. Так, колечко, колечко. Сработает, скажем. Сработает. О, это может сюда подойти. Ой. Идеально подходит. Я даже слышал щелчок. Ну что-нибудь изменится? Наверное, я что-то делаю не так. Либо с другой стороны, либо нужно два таких кольца. Я надеюсь... А как на другую сторону, Миша, это вставить? Один Тувы, один Батя. Вот и вставляется. Сейчас попробуем. Ну, ради интереса попробуем. Мало ли. Тест. Кажется, подходит. Оно встало на место. Не вышло. Надо два. Блин. Это жестоко, конечно. Идем дальше искать. Ё-моё, забыли мы вот эту... Да, проверить. Доску поднять. Это ты, папа-медведь? Сундук. Интересно, что внутри? Как тут... Пусть будет факел. Да, это похоже, блин, на пипец. Старый настенный факел. Жаль, его никак не зажечь. Кто знает, что может скрываться там, в темноте. Так, он хорошо. Он и не нужен, чтобы его зажигать. Одну секунду, я только вот здесь еще проверю, чтобы уж точно удостовериться и не возвращаться. Ага. Я хотел подсветить с помощью кнопочки комнату и вот эту стену. Она горит, да? Но она, наверное, ничем не откроется. Да. Она может здесь оставаться, мне кажется. Дверь должна открыться после факела. А где факел, ты этот, не помнишь? Хорошо. Здесь что ли, наверху? Замечание, вот, может, здесь. Единственное, хотел сказать, мы заметили на этих гобеленах вот изображение этого божества какого-то. И, например, значок, листочек, снежинка. Как раз сочетание. Нужно будет запомнить, что медведь — это листочек, ворона — это снежинка. Снежинка, олень — это как будто солнышко какое-то. Ну и получается все остальное. Так, это первым, скорее всего. Так. Надо будет дергать. Нет, звучит не очень. А этот, главное, зафиксировался, да, и не возвращается. Сейчас проверим. А, не тот факел, не подошел. А, так... Их поменять, хочешь сказать, местами? Смотри. Три, да-да-да, на них полосочки, ё-моё. Именно, поэтому Эврика. Они не защелкивались. Такс. Везде нужно внимание. Встал на место. Когда, в принципе, уже знаешь... Что? Оно легко как-то. Вот когда не знаешь, не замечаешь мелочи вот эти. Так, ну все. Пошло дело-то! Наконец-то. Махалай, махалай. Есть щелчок, ну вот дело пошло. О, что происходит? Что-то две открылись. Происходит. Сейчас как раз пересечемся. Получилось, двери открыты. Я хочу проверить, перед ней открылись? Да. Это она и есть. Ага, вот значит. Спасибо, папа-медведь. Нам вот сюда нужно сначала зайти и подобрать еще одну табличку.
И у нас останется только потом последний, который сверху с книгами. И ее должен именно наш цветочек. Отец. Это кто у нас получается? Кто там был? Волчица. Волчица. Угу. Забирай. Только куда их вставлять? Оно должно получиться. Отлично. Интересно, а через эту дверь батя может пройти туда, где мы были? Вот открылся обратно проход. Вниз и... Забрать. Ему же надо каким-то образом... Что откуда мы вышли? Вот, вот отсюда, да? Он вот сюда вообще может пройти? Если что, мы потом вернемся. По лестнице он не может, да? Я сейчас проверю. Спускаться. О, смотри, что-то нашли. Чей-то кошелек. Добавлю в свою коллекцию. Ну, и он правильно, еще что-то да. смотри. Так, не за что, тут слишком высоко. Все, он не полезет, ему цепло. Высоко. Окей. Лестница просто отвалилась бы. Вот они, вот, таблички. Вот, да. Вот это олень. Хватает. Вот это олень справа. Это 100 пудов. А, да, с палками. Я Слушай, запомнила. Да. Здесь один гобелен еще есть. А он снизу еще какие-то. Рыба. Рыба, да. На этой плите изображена рыба. Волк. О, медведь. Паук. Олень. Так, ладно, что у нас здесь есть? Маленькая серебряная ложечка. Это будет отлично смотреться в дневнике. Ясно. Надо еще Тува сюда будет зайти. В любом случае, мы можем вставить туда эту... Вот так, еще олень здесь. Это у нас... Что это? А, у нас нет. Вырезаны строки. А, Новый год начинался с весны. Но порядок сезонов нарушился. Один оставался, а два исчезали. И это длилось целых 3 года. Один оставался, 2 исчезали. 3 года. Это как-то... Что-то да. Ну-ка, ладно. Интересно, куда она ведет? Хочется проверить. Есть только один способ узнать. Коронная фраза. Проверим. Вот он туда попасть не мог. Ага, отлично, ура. Ну все, мы сейчас заполучим вот эту последнюю. Обычно копьем, блин. Не хочу этого делать. А может тут записка. Быть... Так, это место когда-то было величественным, но сейчас тут не осталось ничего ценного. Люди делаются нервными и недоверчивыми. Я должен не дать им пасть духом еще немного. Ради тебя. Могу понять, почему это место действовало им на нервы. Но у них не было такого помощника, как у меня. Ну, видимо, оно никак не откроется. Ну-ка, сейчас я им чуть-чуть дальше про... Лорс! Лорс, ты здесь? Ну, конечно, а где же ему быть-то? Дыру, Ари. Че бы еще заняться? Ну, так, как ну раз. Вот мы как раз здесь все. Сверху. Ура! Так. Мы здесь возьмем вот эту последнюю табличку. Твоя правда. И будем и сюда потом, кстати, нам надо будет книгу еще вставить. Странная плитка с рисунком. Как раз дотягиваюсь. Есть. Книжка, скорее всего, потом выпадет. Ну, книжка, да, потом. Интересно, куда она ведет. О! Это, скорее всего, сокращение. Так, есть только один способ узнать. Ну, сейчас я проверю и вернемся к Тубе. Наконец-то открыли, да, еще вот эту дверь. Все так понятно. Что, если что, здесь быстренько. Так, она ведет вниз. Ну, все, у нас, в принципе, все двери открыты. Осталось только главный ворот открыть. По большому счету, это нужно нам, значит, кольцо и, видимо, книга еще. Да-да-да. И все закроется. Потому что... Хотя вот еще молоток пригодится. Ничего интересного. Ну ладно, я вернусь в ту комнату, чтобы вдруг вдвоем придется что-то выполнять. А в основном возможно. Так получается. Поэтому сейчас затуру. Только единственное, надо было запомнить, как надпись? Кто из них выглядит. Ну нет. А, гобелена посмотри. Да. Ну смотри. С олень, палками блин, олень. Спасибо. Палки. Блин, придется батю опять в экспедицию пускать. Ну, короче, олень в любом случае, давай вставим сюда. Это солнышко. Солнышко. Ну, хотя написано, что все перепуталось. Такс. Что плохо. Попробую. Блин. Нет, все правильно. Нет, это я к тому, что... Как определить, кто из них медведь? Мне кажется, вот этот медведь, наверное, нет? Давай попробуем, пожалуйста. Тут недавно вот этот ходили. Медведь. Медведь это кто? А, медведь это листочек. Листочек. Точно. Да, попробуем. Шея большая. Так, допустим.
вот это ворон пускай будет. Думаешь? Ну, попробуем. Ну, давай. Если что, поменяй местами. Так. Ну, и осталось последнее. И да. Ну, хотя не факт, все поменялось, конечно, местами тут. Так, отлично сюда встала. Все плитки на месте, но ничего не происходит. Так, может, не тот порядок. А давай поменяем вот эти две местами. Последний, да? Ну да. Ну, либо медведь выглядит по-другому. Ну, мы сейчас эти переставим. Ну, это хотя бы понятная загадка в плане того, что... Да, только, опять же, к чему было сказано, что они все перепутаны. Так, сюда цветочек, значит. Не знаю, Миш. Вот, мне кажется, это неспроста, если честно. Но проверим. Ничего не происходит. Так, так, ладно. Оставим пока плитки тут. А вот с этими ничего, да, непонятно. Ой. А эти плитки, мне кажется, загадка. Потом будет, да, да, какая-нибудь. Но оно ничего не делается. Змея. Змея. Ладно. Есть два способа легко проверить, кто из них кто. Они у входа были, все головы, на самом деле. А, да. Как вариант. Давайте сейчас изучим и вернемся. Вот здесь они изображены. Да, запомним, да, что... Медведь галка вниз, волчица галка вверх. Ну и... Плавные линии — это ворона. Ворона. Возвращаемся на место. Так, вернулись мы. Обезглавленный. Так, вот, по сути, листочек со снежинкой надо поменять местами. Угу. И все остальное правильно, да? Да, да, да. Но это если не опираясь на загадку. Так, сюда у нас листочек, листочек, да. Чпоньк. И снежинка. Сюда снежинка. Ну, по сути, если бы мы на самом деле еще раз вот так поменяли. Да, 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 да. Но уж решили удостовериться. О, что-то все происходит. Так, ага, получается. Новая подсказка. Новая подсказка. Теперь будет на полу. Да, 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 блин, да. Жесть. Появилась вторая загадка. Четыре хранителя пришли нежданными. Каждый из них сразился со временем года. Так. Наконец, порядок был восстановлен. И тогда открылся путь в будущее. Четыре хранителя сразились. Может, волчица, вот это вот надо. Волчица, ворона, тут на этой плите, ну, изображен, да, медведь. Шевельнулась. Может, я слишком легкая, чтобы на нее нажать? Ну, типа, надо по очереди. Вот каком-то... хороший вопрос. Их ой, надо нажимать, ой, вот по мере ой, того, наверное, как они ой, здесь. Ой, я тут перенажимал. Первый, смотри, первый. Стой. Волк. Первый волк. Волк. Волк, он вон там находится. Блин, надо тут обойти, чтобы не наступить. Первый волк, далее ворона. Блин. Точно. Да, далее медведь. И олень. Потом олень. Нет? Как-то по-другому должно быть. У нас нет утяжелителей. Может, не совсем волк так. Ну, может, странно, слушай, я думала, вдруг оно типа... Может... Под ней ничего не давится, везде должен, да, бать, да, наступать. Но это, видимо, очередность. Ладно, я еще раз загадку прочитаю. Более, так скажем. Так. Четыре хранителя пришли нежданными. Нежданными, так. Так. Каждый из них сразился со временем года. Ну вот они у нас есть. Наконец, порядок был установлен. И тогда открылся путь в будущее. Получается, сначала кто? Получается, сначала ворона, зима. Ну вот. Время года. Потом у нас идет весна. Это кто уж? Вот, это... наверное. А, листочек это листочек... лето, наверное. Блин, не-не-не, все правильно, все правильно. Далее идет, это получается, кто уж у нас? Листочек это осень. Волч, наверное. Волчара. Лето, лето, это солнце и листочек. Так, поехали за батю. Первым у нас 100% это... Как его? Зима. Зима, это ворон. Так. Далее, далее идет у нас цветочек, идет... это волк. Это волк. Сейчас.
Надо крайне аккуратно. Да блин, ну вот как тут? Ладно, я могу по окружности встать. Типа, так. Обойду. Если это так, как мы думаем. Ага. Это волк. Потом, значит, у нас олень. Олень. И затем медведь. Так, это точно волк? Ну, да. Волк. У нас есть предположение, как нужно зафиксировать. Мы тут бегали по этим кнопкам, а нужно встать и нажать одновременно. Да. Получается, начинаем мы с зимы. А почему? Волчара, а может, вот, ну, снег. Походу. Алло. Волчара, это... снег. Снежинка кто? Ворон. Ну, при чем тут волк? Так я думал... Новый год с чего начинается? А, ты думаешь так? Конечно. Это был походу. Так. Так, кажется, ну, подходит. Кто но, тут нет, у это нас? Понятно, потому что мы в любом случае еще нажали. Не, про другое тебе говорю. Про что? Порядок, может, тут вообще не разница. Все... Нет, я думаю, есть. Юль, времена года должны встать в нужную позицию. Что у нас дальше идет? Весна? Весна, это волчара. Это волк. Поэтому я тут думаю, блин, не попасть по этой плитке наступить или еще что-то. А оказывается, нет. Все проще. Ну, как сказать, проще. Я просто думал, что их больше щупать нельзя. Правильная комбинация. Далее у нас медведь идет. Угу, переступаю. Это осень. Можно спокойно куда угодно наступать. Так, медведь, осень. Ну все. Была не была. Давай, знаем семейный, уже все. Семейный девиз. Угу. И остался олень. Солнце. Кажется, подходит. Так. Угу, все. А быть такой, блин, походил по этим и все сработало. Ну я гений просто. Надеюсь, третьей загадки не будет. Скорее всего, не будет. А, это правильная комбинация. Проход, открывайся. Сим-сим, откройся. О, что-то происходит. Все. Тайный проход. Естественно. У нас снова получилось. Я и забыла, какая отличная из нас команда, папа. Так. Светский прием. Попробуем сюда попасть. Так, тут что-то жмется, нет? Еще один. Книга, вот последняя книга. Книга. Но это должен отец вставить. А, кажется, эта книга была для него очень важна. Да, отец-то сможет добраться. Но он здесь не сможет пролезть. А ему не надо, он может обратно пойти. А она, наверное, знаешь, где выйдет? Нет. А, вот как раз это была дверь с полком. Так, ну получается, нам нужно теперь... Ну, а отец вот здесь пройдет и вот сюда, наверное. Книжка, да. Но она явно, да, не достанет, скорее всего. Но она тогда говорила, что не может. Если она даже прочитать не может. Так, хорошо, а ему... Сейчас посмотрим, что он на это скажет. А он прямо может, наверное, дальше пройти. Я не пролезу. Да? Смелее, крошка Том-то. Ну, это понятно, но уже там. Ты, значит, здесь пойдешь. Если это... Если туда проход. Да, отлично. Все правильно. Да, я уж и забыл. За это все время. Тут столько комнат, тоннелей. Ну, можно подзапутаться, но вроде как нормально все. Все, батя, вставляй книжку. Он такой, блин, вставил одну книжку, и все сработало. Я гений просто. Сейчас проверим, правильно ли мы поставили. А может, вот эту? Все правильно. А, получилось, он открывается. Батя, вообще лаки. О, кольцо. Потайное отделение. Ого, у нас получилось, Туве. Берем. Тут спрятано кольцо. Кто-то приложил немало усилий, чтобы его спрятать. Наверное, это очень важная вещь, которую мы сейчас ставим. У меня такое чувство будет, у нас все получится. Вместе. Да, только вот обходить кому-то придется все дело и... Да, придется обходить кому-то просто. Да. А кольцо уж комбинировать... А, да. Сейчас мы спустимся. А, ну, конечно, два способа спуститься есть. Ну, блин, мне кажется... Ну, здесь можно. Уже ладно, давай. Может, недолго. Можно было, конечно. Да, нормально. Такс, это нам где нужно будет сейчас? Направо. Тут вроде открылось все. Ох, конечно, этот замок запомнится мне надолго, если согласна. Честно. Такой локация такая большая, сильная в плане загадок. Угу. Так, вот сюда, наверное, да?
По-моему, это вообще самая большая тут в игре локация. Да, такая они вот. Они по нарастанию реально так, шли. Сюда, вот сюда, да. Да ё-моё, не люблю эти наличники. Проход, вечно да, я мимо кассы. Они тебя всё тормозят. Только вот единственное, я не знаю. Ну сейчас, если что... Попробуем. Кажется, подходит. Оно встало на место. Так, теперь бати, давай. Он зеленый, она... А, реально, вот здесь видно красного цвета. Да? Да, вот. На ободочек, если посмотреть. А ой, ты можешь сюда подойти. Идеально подходит. Я даже слышал щелчок. Сработало, что-то происходит. Ура! Пипец, это жесть. Мы к рёрке сейчас попадем. Держись, Ларс! Ворота башни наконец-то открылись. Мы сделали это вместе. Спасибо, крошка Туве. А теперь по очереди спускаемся вниз. Получилось, да. Туве, мы с тобой снова станем командой. Так, ну теперь спускаемся. Блин, вниз. Ну могли нас переместить одновременно, если честно. Вот, кстати, хороший вопрос, как сейчас идти придется. Вот-вот, неужто постоянно переключаться? Придется кому-то одному. Ладно, встретимся у главного входа, называется. Ларс, мы идем вместе. За тобой. Да, вместе, по очереди, я бы сказала. Пошаговой стратегии. Вместе. Ну, ладно. Да будет так. Бесконечные подгрузки. А может тут сейчас как его? Только выходишь из ворот и что-нибудь загрузка. Ну вот я надеюсь. Какой вход тут. Надеюсь. Сто лет бежит. Ничто тут... тебе не поможет. Все, проверим. Как и вам, собственно. Вот я же тебе говорю. Прям как... А, нет, нифига. Ага. Облом. Это плохо кончится. Всегда кончается плохо. Мне как за этим батя-то идти? Блин, здесь еще какие-то проходы, вы издеваетесь. Ларс, ты здесь? Никого. Конечно, он там. А чем сюда? Там? Нет, это тупик. А батей? Подогнать, что ли, его чуть-чуть? Ну да, я на не всякий. Знаю. Мало ли вдруг чтобы пригодится. Он еще поорал туда, да? В эту дырень. Вдруг пригодится. У бати как-то картинка получше выглядит. Для его психики гораздо легче. Надо выпустить одного этого. Фига он, кстати, он быстрее намного бегает, чем она. Слушай, а прикинь, надо будет потом открывать эти клетки и таким образом сбежать. О, опять брошенное снаряжение экспедиции. Тут записка. Элиас. Сынок, я не смогу подняться на башню в одиночку. Прости, я подвел тебя. Где бы ты ни был, я знаю, что ты храбро держался. Прости меня, прости. Я понимаю, что ты чувствуешь. Ты все испробовал. Но ты всегда будешь думать о том, что если бы ты приложил больше сил, надеюсь, твоя душа наконец обрела покой. Я помогу тебе с этим покончить. Обещаю, больше ни один ребенок здесь не пропадет. А я верну своих детей. Ой, да. Ну тут завал, я думаю, нет смысла проверять, правильно? Да-да-да. Но в любом случае, может, еще... Наверное... Видно. Тут два рычага. Угу. Так, ладно, надо, мне кажется, вот так. Ну это ладно, эти каркуши пусть каркают. Сидели бы на жопе. Здесь для нее роды. Тоже ничего нету. Клетка. Может, мы должны в клетку залезть? Нет? Скорее всего. Угу. Давай залезем. Ее то есть он нас поднимет. Ага. Это путь в башню. Папа, мы нашли. Извиняюсь, слишком прохлопал фразу. А да. Он должен нас как-то... А, мне... ну нет, закрывать он нас, наверное, не должен. Закрой. Кажется, что ты, наконец, ко мне вернулась. Как он понял, что она зашла? Не знаю. Как я могу отпустить тебя одну? Но, Ларс, другого пути нет. Ну да, действительно, будет минус два ребенка. Я помогу тебе подняться, крошка Туве. Не знаю, слышишь ли ты меня. И не знаю, есть ли ты вообще там. Я опустил руки, когда твоей мамы не стало. Надо же, именно здесь мы с тобой снова друг друга нашли. Я не буду ждать вас обоих здесь. Возвращайся к папе-медведю, моя маленькая, удивительная, могучая Туве.
Моя маленькая, удивительная, могучая, надо было так. Я больше не хочу упустить ни момента из твоей жизни. Твой папа очень тобой гордится. И мама бы тоже гордилась. Все, отправляйте. Вы чувствуете, отправляйте. Чувствуете, как комок в горло подступает. И ту. То есть она слышала? Я тоже тебя люблю, папа. Все. Как она поняла, что он ей это все сказал? Они же друг друга не слышат. Ну, может быть, знаешь, как у них есть вот фразы общие в каком-то смысле. Чувствуют друг друга. Была не была. Была не была. А, почувствовал, что запах селедки стал чуть более резким. Наверное. О, вот мы и пришли. Ларс! Ларс, ты и здесь? Блин, что-то Ларс там нездоровый. Ой, да. Ларс! Нет, нет, я не могла опоздать. Туве? Ларс, пожалуйста, проснись. Это я, Туве, твоя сестра. Сестра? Блин, неужто переселили? Ларс, ну давай, с тобой все будет хорошо. Она, слушай, что, не видит этого-то, что ли? У тебя почти получилось. Блин, что-то... Опс. Ай, это ты, да? Что ты сделала с моим братом? Прости, дитя, ты опоздала. Твои усилия тщетны. А вот и ты, да-да-да-да. Он мне нужен. Темную магию уже нельзя остановить. Нет, я тебе не позволю. Ты любишь своих родных. Не жалеешь сил, пытаясь их спасти. В этом мы с тобой похожи. Но в отличие от тебя, у меня все получится. Проверим. Верни его мне, умоляю. Возьми лучше меня. Ты поистине удивительный ребенок. Я не могу принять твое предложение. Твой брат особенный. Не знаю почему, но он особенный. Если его жизненная сила перейдет к Рёке, мой сын наконец станет человеком. Обряд почти завершен. Он сделал это возможным. Лишь он справился, а все прочие подвели нас. Ты про тех детей, которых ты похитила до Ларса? Я видела мемориал. Это не они подвели тебя, это ты убила их. Это было необходимо. Мой сын станет тем, кем должен быть. Хранители, помогите мне. У них здесь нет власти. Ты одна. Рёки, оставь Рёки в покое. Ларс? Туве, ты помнишь Рёки? Мы видели его в доме. Он теперь мой друг. Это то существо, что тебя похитило? Такую. Она его заставила. Она хочет сделать из него того, кем он не хочет быть. Никто его таким не полюбит. Он чудовище. Мой сын станет человеком и сможет уйти отсюда. Любой ценой. Ценой человеческих жизней. Пипец, конечно, она. Или моей. Ты чудовище. Реально, кто чудовище? Я мать. Блин. Я ж мать. Блин, это жестко. Лозунг. Вообще. Я же мать. Ты чудовище, я же мать. Блин, просто... Надо на вооружение взять. Я забрала силу йотунов, чтобы сделать это. Теперь я пожертвую собой. Жизнь. И жизнью одного маленького мальчика. Вот любовь порой бывает вот... Угу. Причинять боль. Всего. Ради своего сына. Которому это-то нафиг и не надо. Я понял, что за тема здесь. Разве это не любовь? Нет, Ларс. Хочешь увидеть чудовище? Я тебе покажу. Что-то тут недоброе. О. Так. Это место. Ты нигде не на санк? Нет, машина, звук.
Я, кажется, знаю, что нас ждет сейчас. Куда идти? Ладно, пойдем дальше. Это лесная дорога? У меня тоже какая-то странная мысль по поводу этого. Ну ладно, пока помолчим, чтобы интрига какая-то была. По которой мы никогда не ездим? Там родители, да-да-да, попали. Папа, ты здесь? Чудовище. Ну, сейчас. Нет, только не это, только не это. Я не могу, не могу. Мама? Ева? Держись, Ева. Ева. Я позову на помощь. Там есть таксофон. На лесной дороге. Мне просто надо... Хенрик, не оставляй меня. Ева. Ева? Но... Скорее, Туве, найди его. Позови на помощь. Что происходит? Вот. Кого на помощь? Таксофон нужно искать. Я понял, как бы, в принципе, Туве. Ты... Скорее, Туве! Чудовище. Так почему? Пора тебе увидеть, какая ты на самом деле. Типа из-за нее мама умерла. Почему ты это делаешь? Я так старалась это забыть. Я не хочу ничего вспоминать. Она, может быть, не я успела, не смогла позвать. Может быть, немножко другое. Ну. Да. Я должна найти телефон. Тогда бы она не была чудовищем. Кто? Она туго. Так то, что типа не успела, она считает себя чудовищем. Нет. А, считает. Ну ладно, погоди, думает, давай. Что, типа, она виновата. У меня другая мысль, поэтому. А? Блин, исчез. Нет, нет, нет. Куда он делся? Туве! Туве, найди телефон. Твоей маме нужна помощь. Я не понимаю. Почему ты заставляешь меня это вспоминать? Ладно. Еще разочек. Может быть, не сюда. Может быть, направо сейчас пойдем. А мы где были? Мы налево. Почему все уходят от тебя, Туве? Что с тобой такое? Нет, не говори так. Мама! Мама, не слушай ее. Видишь, я ж тебе говорю, это намек к этому. Что как будто бы она, типа, была виновата. Вон, кстати, лапа. Не, я понял, виноват. Это еще один таксофон. Он снова исчез. Что происходит? Что мне делать? Мама... Туве, почему ты стоишь? Найди телефон. Она не шла. Да, то есть она была в шоке. Ничего не меняется, он исчезает. Почему я снова здесь? А мне кажется, она типа, может, не хотела. Мне кажется, мама была в шоке. Или, ты думаешь, то, что она и братика не хотела? Да, моя мысль. Что она как бы, ну типа, не то, что как вот у детей ревность или что. Почему ты не помогла ей, Туве? Разве ты не хотела ее спасти? Хватит! Макс Пейн начинается. Что это? Вроде правильно идет. Вроде бы да. А? Он рядом, я слышу. Он не исчезает. Так все и было? Я не помню. Алло? Это все твоя вина. Что? Ты не помогла ей. Почему ты ей не помогла? Нет, я помогла. Или нет, я не помню. Это ребенок плачет? Ларс? Малыш Ларс, я должна его найти. Вот оно, вот ответ. Неужели ты не видишь? Ребенок, рожденный в лесу. Рожденный в лесу? Каждый, кто родился в лесу, несет в себе его магию. Вот что нужно моему Рёке. И ты стала тому причиной, только ты. Мама, папа, оставь их в покое. Такс. Куча гробов. Жесть, вот это жуть, я могу сказать. Ты проклятие, что уничтожило нашу семью.
Нет, мама. А он что скажет? Мы все мертвы. Я твоя мама, Ларс. Из-за тебя. Кто может тебя полюбить? Мертвы? Папа, нет. Видишь, я в нужном направлении копал. Нет, так... Одно... Исход-то понятен. Я имею в виду мотив какой. Она действительно пыталась и не смогла, или она даже возможно, не пыталась? Возможно, она была в шоке. Ну вот, я и тебе про мама, это говорю. Мама, не уходи, не оставляй меня. Прости. Папа! Нет, не уходи! Теперь ты понимаешь? Не мой сын чудовище. Она ребенок, ё-моё. А ты? Иначе как бы ты смогла подружиться с целым лесом чудовищ? Ты такая же, как они. Чудовищ? Ты позволила своим родным умереть. Ты была им нужна. И ты не справилась. Нет, нет, неправда. Ё-моё. Попробуй добеги. Реально, игрушка. Слушай, про принятие. Но странно, она так на нее давит, по большому счету. Это ее, возможно, как вот эта проблема. Теперь ты знаешь, что подвела их. Ты всегда их подводила. Мне кажется, она перегибает, конечно. И ты думала, что спасешь своего брата? Ты ошибаешься. Пробуждая хранителей, я увидела свои воспоминания. Настоящие воспоминания. Все это время я ошибалась. Но теперь я все понимаю. Ты меня не обманешь. Все было совсем вот не так. Вот и я как бы хотела сказать. Так это понятно. Я так и не нашла телефон. Но даже если бы нашла, он бы ничем не помог. Рассудительно. Маме уже нельзя было помочь, она это знала. Ларс стал ее прощальным подарком для нас. И я его не брошу. Ну, она прям все по полкам разложила, по сути дела. Правильно. Но она, видишь, наконец, как бы, ну, приняла. Ну, поняла, разобрала. Ух. Ого. Ларс? Рёки, Ларс твой друг. Помоги ему, докажи ей, что она ошибается. Прикинь, сейчас у нее кокнет. Мама? Столько детей погибло из-за нее. Рёки, нет, мы почти закончили. Нет, Рёки. Рёки, не быть человеком. Мама, не обижать друга. Она в шоке, походу. Помоги Ларсу, Рёки, останови ее. Она заставляет убить свою маму. Его. Она столько детей уничтожила. Вообще. Так что, знаешь, она все равно скисла бы ради того, чтобы сделать его человеком. Туве, все хорошо, телефон больше не нужен. Подойди, поздоровайся с братом. Ну вот и все. Поздоровайся с Ларсом. Блин, вот это ворона, а? Ларс. Мама, я скучаю по тебе. Все будет хорошо, крошка Томте. Больно хорошо себя чувствую. Я знаю, ты будешь хорошей сестрой. Готово. Обещайте, что будете друг о друге заботиться. Хорошо, мама, обещаем. Я тебя люблю, Туве. И я тебя люблю. Прощай, мама. Я просто думал, выверну так, что это на реально там чудовище. Ну нет, но это оказалось, видишь, просто... Рёрка, это как будто ее вот это, знаешь, принятие. Но то, вот... что ее гложило все это время, из-за чего она вещи мамины, возможно. Ну понятно, но это все-таки не метафора, а действительно как бы мифология. Ох, где?
Рёки, ты снова стал собой. Он доволен. Да. О, Ларс! Такой пушистый, вот его прокормить-то. Ларс, ты в порядке? А чё он вообще ест, реально? Уже пора домой, Туве? Он ел какие-то ягоды, помнишь? А, ну да, кстати. Это... Да-да-да-да. Да, пора, крошка Том, да давай. Блин, а его... Сейчас портал здесь откроется, нет? По-моему, тут что-то сломалось, а не открылось. Сейчас эти храни... Ё-моё! Ё-моё! Рёки! А чё он с ним? Что ты наделал? Нет, Рёки, нет! Все было напрасно! Моя жертва была напрасной! Мама... Я пыталась дать тебе новую жизнь. Ты предал меня. За что? Рёки хочет быть Рёки. Ты представляешь, что с тобой таким станет? Рёки завёл друга. Рёки не чудовище. Тотемы. Опа-на. Подлые предатели! Что вы здесь делаете? Вы пришли посмотреть на мою смерть? Вы торжествуете? Тише, сестра. Не зови меня сестрой. Вы отреклись от нас. Вы могли нам помочь. Взгляните на него. Он навсегда проклят. Сестра, мы подвели тебя. Сестра, мы подвели твоего сына. Сестра, нам жаль. Вы утверждаете, что раскаиваетесь, пока я умираю. Вы ничуть не изменились. Вы никому не помогаете. Кое-кто помог нам. Кое-кто показал нам силу. Кое-кто показал нам смелость. Кое-кто показал нам, что не стоит бояться перемен. Сестра, идем с нами. Нас ждет другой мир. Всех нас. Вместе? Теперь йотуны могут спасти лес, лишь покинув его. Отпусти его, сестра. Рёки? Сыну богини пора избрать собственный путь. Сыну богини пора отправиться в странствие. Только мать может отпустить юного бога. Рёки. Ты этого хочешь, Рёки? Ну, ответ есть. Мама, да. Ах, да будет так. Может быть, я ошибалась. Ничего, что он там... Я надеюсь, ты обретешь жизнь, которой достоин. Это все, чего я хотела. Ну же, сестра, пришло время. Мама, не уходи. Рёки, мои братья и сестры правы. Так будет лучше. Прости меня за боль, что я тебе причинила, милое дитя. Прощай, сын. Но она ж богиня. Я понимаю, ну типа, ну да. Сколько богам жертв было. Вот именно. Я как бы не оправдываю, но... Туве, наше время здесь подойдет к концу вместе с этой зимой. Но весной этот лес вновь окрепнет. Лес всегда будет для тебя открыт. Да увидишь ты еще много его лет. Угу. Да. Все. Пипец. Хранители покинули этот мир. Рюки только как будут тусить. Прощай, могучая Туве. Спасибо, что направила нас.
Блин, такое ощущение, что история к концу подходит. Ну, в плане того, что грустно как. Они исчезли. Портал. Туве, смотри, портал. Скорее, Ларс, не то он снова закроется. Блин, надеюсь, Рёки-то уж пойдет. А как же Рё... Так. Типа открытая концовка, что ли? Так. Может, это продолжение? Ну, намек на продолжение? Нет. Но он в любом случае, как было сказано, должен был идти в странствие, правильно? Ну, да. То есть, скорее всего... Слушай, мы с отцом не воссоединились еще. Ну да, как бы... Либо это намек на продолжение, либо открытая концовка. Ну, странно. Мы должны с отцом воссоединиться обязательно. Очень странно. Опа! Мы решили подождать всех титров. Мало ли, просто уж какая-то странная, неоднозначная концовка. Да. Ну поэтому... вот с этого начиналось все. Даже Мэтт согласен. Ларс! 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 Где ты? Ну же, пора ужинать, крошка Том-то. Ну, значит, все в порядке. Какой-то он... Так, можно яйца? Нет, папа готовит кое-что особенное. Селёдку! Бутерброды с селедкой? Только если я прибегу домой быстрее тебя. На старт! Внимание! Марш! А мне? Ого. Искупление. Ой, я быстрее, смотри. Ларс тут какой-то страшный. Ну, как раз. За селедку! Я быстрее. О-о-о! А вот и воссоединились. Привет, папа. Папа! Хочешь сыграть в прятки, папа-медведь? О, нет, папа-медведь устал. Его живот урчит, как сердитый гризли. Окей. Но оно того стоило. Сейчас сами увидите. Все готово? Целый дом? Сегодня закончил. Очень уютно вышло. Мы поставим на крыльцо миску с овсянкой? Я, кажется, понимаю, к чему. Уже поставил. Идем, ужин ждет. У меня новый рецепт. Хочу, чтобы вы попробовали. И батя, получается, такой реабилитировался. Ну, в плане того, что по состоянию. Смотри. Это Рёки. Так а кому миску с овсянкой? Ой. Хватит приключений на сегодня, да? Давай, пошли домой. Рёки. Тоже сказал. Там должна тут поселение просто. Офигевать от таких звуков. Вот. Вот это точно. Вот теперь конец. Все встало на свои места. Стало понятно. В общем, было приключение незабываемое. Спасибо, да. Что прошли его вместе с нами. Мораль здесь довольно-таки хорошая, все-таки, как я думаю, в этой игре. И концовка хэппи-энд. Думаю, каждый для себя сделал какие-нибудь выводы. Это точно. Вот. И очень приятно, что существуют такие хорошие игры. Надеюсь на подобное что-нибудь. Да. Ладно, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.